Я обеспечиваю медицинское прикрытие нашего подразделения, которое выполняет задачи, поставленные Министерством обороны Российской Федерации на новых территориях. Но в какой-то момент я понял, что мои знания и умения тоже могут пригодиться. И решил вот приехать на какое-то время добровольно для того, чтобы помочь, чем могу. Значит, где-то в прошлом году, наверное, я подал заявку, и вот буквально не так давно пришел ответ, после чего я собрался, прошел там курсы и так далее, собрался и приехал. Если, ну, наших граждан Республики Абхазии часто интересует, значит, вопросы, там, зачем, почему и так далее. Ну, что я могу сказать? Если кто-то думает, что это война только России, то он ошибается. Если кто-то думает, что это война России и Украины, он тоже ошибается. Дело в том, что, на мой взгляд, это война добра и зла, и каждый делает свой выбор, на чьей стороне находиться. В преддверии замечательного праздника признания независимости, который будет вот буквально уже на днях, я от всей души прежде всего хочу поздравить наш народ, народ Республики Абхазии, народ Республики Южная Осетия с этим замечательным днем. Никогда не забуду, буквально-то по часам, наверное, помню, что в этот день происходило, какой эмоциональный накал был, какой душевный, значит, душевный подъем был. Но надо понимать, что если России будет плохо, Абхазии хорошо не будет. Это однозначно я могу сказать, потому что мы неразрывно связаны. И сегодня так вольготно себя чувствуем только под крылом большого брата. Если ситуация, не дай Господь, хоть на чуть-чуть пошатнется, все, что мы в Абхазии, вот мы, наши братья, сестры, наши граждане, все, что мы считаем само собой разумеющимся, все пропадет, как дым рассеется. Этого, конечно, нельзя допустить. Это на тему, что сподвигло. Ну, еще раз всех с замечательным праздником. Мы однозначно, значит, победим, потому что наше дело правое, и у нас все будет хорошо. А ребятам, нашим добровольцам, я желаю, чтобы все здоровые и невредимые вернулись домой к своим семьям, когда к этому придет срок. С нашими ребятами, добровольцами из Абхазии, не встречался пока. Но дело в том, что я здесь недавно. Они, конечно, большие, молодцы ребята. Они вообще на острие находятся, на самом острие. И они воюют знатно, отвоевывают населенные пункты. Вообще, они, от них такая слава прямо вот перед ними идет их слава.